Привет, друзья! Как говорят у нас в Одессе, никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка. Все, друзья, все маски сняты. Нам, украинцам, нечего больше терять. Когда посмотришь на трупы гражданского населения с мешками на головах, в лесу, когда посмотришь на трупы детей, расстрелянных в упор, или же убитых градами при попытке выйти по зеленому коридору, знаете, друзья, перестаешь бояться. У тебя появляется в жизни цель – уничтожить Россию. Вы, россияне, возродили в украинцах ненависть к вам. И меня приводит в недоумение, что до сих пор больше половины россиян поддерживают Путина. Мы это вам припомним. У меня знакомая сейчас находится на захваченной российскими ублюдками территории. Они вынуждены прятаться в лесу, потому что российские нелюди ходят по домах и расстреливают гражданских. Вам это не сойдет с рук. Вы не славяне, вы нелюди, вы демоны. Мы будем отправлять вас домой, прямиком в ад. Не мы пришли к вам, вы пришли к нам убивать нас. Тот день, когда мы вас уничтожим, будет нашим национальным праздником.